Приветствую всех еще раз. Вот обнаружил наследие советского прошлого. Если я не ошибаюсь, это поварской нож, который использовались в Советском Союзе на кухнях. Они были различной длины. Этот не похож на то, что его укорачивали. Были совсем большие сабли. Такие там раза в 2-3, наверное, длиннее. И вот этот вот на даче используется непонятно для каких целей. Тут, видимо, и загибали им что-то. Тоже надо почистить на наждаке. Это вполне себе интересная железка. Судя по цвету, что-то даже ей резали горячее. Потому что очень похоже на то, что в костре им что-то делали. Ну вот помощничек, это из мехпилы, только маркировка. Ладно, сейчас попробую, как тут фокусировка. Вот, непонятная немного маркировка. А так похоже кусок мехпилы. Вот с такой вот довольно простой деревянной ручкой. Дерево непонятно, что это. Даже на сосну похоже, но не факт. Себя ножичек уже показал как отличный помощник. И вот интересная стамеска. Тоже сейчас, если будет видно, клеймо. Если не ошибаюсь, это 9HS. Если дойдут когда-нибудь руки до создания горна, можно будет из этого. Причем они все очень большие и тяжелые. Есть огромные просто стамески. Подозреваю, что можно делать отличные клинки или бритвы. Тем более, что ими уже 100 лет никто не пользуется. А так рабочих стамесок хватает. Вот такое вот наследие советского прошлого. В общем, так. Холодает потихоньку. Сейчас, если получится, еще не видно. Солнышко скоро скроется. В горах будет прохладно. Так вот. Вид. Ну, в горах уже снег лежит. Причем довольно давно. Тут, если кто-то видно, дорога бетонная, под ней газотрасса. И вот это вот горный хребет. Вот там вот дальше, за перевалами, Аибга. Ну и уже граница идет. Сейчас, по-моему, даже пропуска не надо оформлять. Несколько лет назад надо было еще пропуска в погранзону. Но это надо уточнять опять же. Всем удачи, всем пока!